Добрый день! Сегодня мы идем по улице, которая расположена между Барбаросса и Ататюрка. Точнее сказать, это несколько улиц. Я еще хочу в последующие дни с вами сходить по улицам, которые перпендикулярны Барбаросса и Ататюрка. Итак, мы начинаем вот с этого пустыря. Слева у нас дом Торос. Их много. Таких домов, это дома, которые строились 5 и более лет тому назад, очень неплохие. А вот это новые дома, и вы видите рядом пустырь, мы уже здесь проходили, когда шли по Барбаросса. Здесь будет новый жилой комплекс. Вот иногда в Турции так бывает. Вот дом, покупаете квартиру с видом на море, а потом перед вашим домом ставят еще один дом. И там тоже будут квартиры с видом на море. И так может быть несколько раз. После того, как продадут в нем квартиры, перед ним еще один дом. Ну так, маленькая турецкая хитрость. Поэтому, если вы покупаете квартиру, обязательно обращайте внимание, что у вас перед домом. Вот перед домом пустырь, это 100%, что вечно пустырем он не будет. Это нужно понимать. И обращайте внимание, если возле вас старый турецкий дом, допустим, вы купили квартиру в многоэтажке, ну, скажем, на 7-м этаже, перед вами 5-этажка, ну, нормально, вы видите море. Знаете, что 5-этажку эту, если ей больше 30 лет, 20 лет, ее могут снести и построить здесь 12-этажку. В результате вам закроют обзор, поэтому обращайте на это внимание. Если вы покупаете квартиру в доме и вокруг уже стоят новые дома, это значит, что здесь очень-очень надолго. То есть вид не изменится, и поэтому тут уже можно быть спокойным. Если у вас вид вас из вашей квартиры вас устраивает, этот вид можно брать. То есть уже никаких изменений не будет. Вот мы видим, несмотря на то, что не центральная улица, но жилые комплексы красивые. Вход в эти комплексы тоже соответствующий. Везде, куда, так сказать, не приткнешься, везде красиво. То есть турки строить умеют, и дома красивые, и комплексы красивые. Вот мы тоже видим указатель о том, что строится дом. Вот новенький дом. Кстати, я хочу сказать, иногда и даже часто бывает так, что стоят 5-этажки старые, сносят и ставят 12-этажку. Но бывает и вот так вот, как сейчас здесь справа. 5-этажки стоят и рядом строят новую, тоже 5-этажку. И она, так сказать, не выделяется. То есть все очень красиво. И так постепенно сносят один турецкий дом, второй. Турецкий дом так называют, и я так называю. Дома, где преимущественно живут турки, потому что иностранцы, любители комплексов жилых, сите, там, где бассейны, где тренажеры, где какая-то территория большая. А вот турки любят вот такие дома. То есть купил, нет никаких тебе тут тренажеров, никаких бассейнов, никаких ничего. И айда тоже, то есть ежемесячная плата может быть вообще чепуховски, 25 лир, например, в месяц. Сбрасываются на то, что кто-то из жильцов, какая-нибудь женщина, периодически убирает, и все. То есть больше ничего не надо. За бассейном ухаживать не надо, за территорией не надо. Единственное, помыть. Иногда даже и этого не делают. То есть люди сами убирают в своем небольшом 5-этажном доме. Поэтому такие дома, как бы говорят, турецкие. Но там можно купить квартиру и иностранцу. Но иностранцы не очень любят. Хотя надо будет мне снять репортаж. Обратились ко мне зрители, просят снять свой дом. В этом году приехать не могут. И у меня родилась идея, пользуясь случаем, снять дом им. Но просто дом снять, территорию снять, возможно, другим зрителям тут ничего интересного не будет. То есть видео для одного зрителя как-то не очень. А я подумал так, что можно обзор
Обзор этого дома, вот который попросили снять, и я сделаю обзор, и я вам расскажу. Там есть бассейн, там есть все. Вот, кстати, смотрите, тоже очень интересно то, что я говорил. Слева, справа старые турецкие дома, а вот в середину, вот темненький, темно-серый, в середине вот новый дом, и он абсолютно не выделяется. Сейчас заменят слева, заменят справа, и будет просто вот как бы квартал совершенно новых домов. То есть вписался новый дом идеально. Так вот, я хочу снять дом, там есть и бассейн, там есть тренажеры, есть там крытый бассейн, генератор, есть, ну это называют депо с водой, ну это, скажем так, резервуар с водой. Ну я расскажу об этом, что это такое резервуар с водой, зачем он нужен в многоквартирном доме. То есть есть все 33 удовольствия, но каждое из этих удовольствий вносит свою лепту в айдат. То есть надо будет платить больше, больше и больше. И не всегда с генератором дом это что-то такое идеальное, как наши люди спрашивают. А дом с генератором? Вот, надо обязательно генератор. Хотя мы живем с вами в Отечестве, и никогда у нас по строительным нормам никогда не было такого, чтобы в жилых домах многоквартирных обязательно был генератор. А здесь вот надо. Почему-то люди считают, что в Турции, если свет выключился на пару часов, раз в месяц или два раза, то это вот что-то такое трагичное. Обязательно надо сразу же врубать генератор, потому что вы или замерзнете зимой, или сгорите летом от жары. Но на самом деле это не так. То есть генератор, он, ну, я расскажу, когда буду рассказывать о том доме. Я расскажу все нюансы, связанные с вот этими всеми прибамбасами, которых, как правило, вот в турецких домах нет. Это такая маленькая, одна из маленьких турецких хитростей для нас, для иностранцев. Нас так балуют и нам так нравится, нас так, скажем, развращают. Нам дают такие услуги, которых у нас нет на родине, и поэтому мы почему-то на родине можем без них жить, а здесь не можем. Ну и, соответственно, потом каждая услуга каких-то денег стоит. Она трудоустраивает граждан Турции и, соответственно, капает в айдат. Итак, вот мы идем на улице, которая параллельно Барбаросса и Ататюрк, между ними. Внизу вы видите расчертано, это значит здесь базар. Здесь на этой улице вторничный базар. Вот отмечено, указаны номера, то есть каждый торгующий имеет свой номер, приезжает во вторник или в понедельник вечером, и вот здесь, согласно, так сказать, купленным билетам, размещают свои торговые ряды. Потом вечером демонтируют. Конечно, это в диковинку, у нас это как-то не принято. У нас, если рынок, так рынок. А здесь поставил, потом все это дело вечером снял и переехал на другое место. То есть в среду уже рынок будет где-то, может быть, в соседнем городке или в соседнем районе. Переезжают туда. А несмотря на поздний вечер, здесь тут же появляются от Белидия, то есть от мэрии, уборщики, сразу все подметают, убирают. И мусорная машина все вывозит. То есть на утро вы идете абсолютно все чисто и нигде не видно никаких отходов, ничего. Слева вот вы видите, как только улица второстепенная, сразу первые этажи могут быть пустыми, потому что в аренду либо собственник большую сумму дал, и арендаторы считают, что здесь не отобьешь на этой улице, либо еще по каким-то причинам, но на второстепенных улицах не очень, несмотря на то, что вот здесь вторничный рынок. Ну, а рынок, что рынок? Люди-то не идут в магазины, которые рядом, люди идут по рынку, скупляются здесь. Поэтому даже несмотря на то, что вот если в нашем отечестве рынок рядом, это все золотое дно, можно здесь открывать, можно здесь озолачиваться, будет поток людей, то здесь на вторичном рынке поток людей будет только на рынок. Рядом стоящие магазины могут остаться без людей. Вот улица, как правило, вы видите небольшие пятиэтажные дома. Небольшие. На первых этажах магазины, кафе, парикмахерские и так далее.
Есть первые этажи, просто стоят колонны, вот слева можете видеть. То есть после постройки дома даже не ставили там ни стекла, ничего. То есть в аренду там ничего не сдавали. Так с колоннами стоит дом. Первый этаж совершенно пустой. Ну а в большинстве случаев первый этаж, конечно же, ставят стекло, ставят окна, двери и сдают. Сдают в аренду под магазины или, как говорится, объекты соцкультбыта, социальной сферы. Рядом стоят автомобили. С автомобилями, кстати, интересная ситуация. Каких-то таких массовых стоянок, как у нас, бывает, здесь нет. Вот во всяком случае в Махмутларе нет автомобильных стоянок, куда вы можете отвезти свой автомобиль, или каких-то гаражных кооперативов, как у нас, товариществ, где стоят гаражи, вы свою машину туда ставите, какое-то имущество туда слаживаете. Здесь этого нет. Все машины вот так вот стоят под домом. И, к сожалению большому, это проблема, потому что особенно это проблема, когда сносят пятиэтажку, строят огромный дом, и вместо, скажем, 20 квартир появляется дом на 140 квартир, и, соответственно, столько же раз увеличивается количество автомобилей. Оставить их негде. Поэтому вот они будут вот так стоять на тротуарах возле домов. В Аланье есть многоэтажная стоянка автомобильная. Это, конечно, выход. И очень даже хороший выход. Многоэтажная стоянка. Но вот именно в Махмутларе таких стоянок нет. Поэтому личные автомобили все вот так вот. Кто где поставил, там и будет. Особенно проблема возникла на Барбаросса. Я вам рассказывал, когда стала стоянка на Барбаросса платной. Все автомобили переместились на прилегающие улицы. Представьте, там вообще не было возможности пройти, потому что зачем на Барбаросса останавливаться, если можно свернуть в любой ближайший переулок и остановиться там бесплатно, что и делали. Кстати, пока улица Барбаросса относилась к Анталье, для того, чтобы открыть магазин, открыть какое-то заведение на улицы областного подчинения, нужно было ехать в Анталью, все документы согласовывать, брать разрешение, оплачивать пошлины, сборы. Все нужно было туда. Поэтому иногда на этой улице, кстати, в Аланье, на центральной улице то же самое, делали очень интересно. То есть делали магазин, а выхода, то есть витрина была на Барбаросса, а выход, вход был в ближайший переулок. То есть с центральной улицы входа не было. Для того, чтобы, если вы входите с переулка, значит, у вас вход на этой улице. А эта улица — это Аланья. А сделаете вход на Барбаросса, значит, это будет Анталья. Уже вам плюс сколько-то километров ехать, согласовывать и решать. И, соответственно, и сборы, и все остальное было больше. Поэтому очень много на центральных улицах некоторые наши люди удивляются, что ну как, почему так, почему двери, вот витрина есть, а двери сбоку. Зачем, если можно вот так вот прямо выход на центральную улицу, где ходят люди. А вот такая тоже одна из турецких хитростей. Выход на соседнюю улицу, которая не областного подчинения. И в результате всего лишь навсего поменяли двери в другую сторону, а уже и платежи меньше, и согласование проще. Продолжаем двигаться по улице, которая параллельно идет между Ататюркой и Барбаросса в Махмутларе. Вот сейчас мы выходим на площадь небольшую. А точнее сказать, это даже не площадь, а бульвар. Бульвар, да. То есть эта улица, мы пройдем и по ней. И по ней пройдем. Это перпендикулярно проходит от... Точнее, даже не от Ататюрка. Она проходит от пляжа, от трассы D400, через Барбаросса перекресток пересекается и до Ататюрка. Вот такая в виде бульвара улица. Здесь тоже много магазинов, много кафе всевозможных.
много всего. Вот ресторан, вы видите. И сейчас вправо будет еще одна улица параллельная. Еще одна небольшая домашняя улица. Вот здесь магазин «Все для животных». Здесь вы можете попугайчиков купить и хомячков, если вам надо. Ну и все, что для них. Одежда. Вот посмотрите на бульварчике фонтаны. Мы, не доходя до Барбаросса, сворачиваем сюда направо. Это начало еще одной внутренней, так сказать, улицы. Она небольшая. По ней мы дойдем до парка. Парка поэтов или поэтического парка. Я рассказывал о нем, мы по нему тоже в свое время пройдем. Там будут выдержки в виде металлических открытых книг, выдержки из поэтических сборников разных турецких поэтов. Вот здесь вы видите резиденция еще начала 2000-х годов. Вот именно так они выглядели. Вход такой оригинальный. То есть вот здесь можно историю наблюдать. Чем дальше, тем красивее, тем современнее. Ну вот в 2000-х делали так. Это на то время тоже было красиво. Вот такие балкончики. Такие аккуратные. Сейчас стало круче, меньше бетона, больше стекла. Ну, что касается теплее или прохладнее, это вопрос. Ну, теперь так. Вот интересный автомобиль. Агентству недвижимости принадлежит. Я, честно говоря, даже не знаю, на ходу ли он, но красивый. Все останавливают на нем внимание. Остановили на нем внимание, и мы. Вот справа пустырь, скорее всего, тоже, как только согласуют с собственником, так сразу его и застроят. Мы приближаемся еще к одной перпендикулярной улице. Здесь вот мы сейчас смотрим на лицей, на школу. В Турции, напоминаю, три школы. Первая школа начальная, потом средняя, потом лицей, старшие классы. В лицее получают уже помимо образования еще и профессию. То есть то, что у нас было ПТУ в Турции, это лицей. ПТУ у нас можно было избежать идти в старшие классы, а потом институт. В Турции лицей — это дело обязательное. И вот мы попадаем на парк поэтов. Вот эта тропинка, мы по ней потом пройдем. Вот книжка впереди, вы видите. А вот это очень уютное такое место. Здесь можно посидеть в тенечке, посидеть, послушать. Вот эти лавочки, они специально оборудованы. Нажимаете кнопочку, и вам из громкоговорителя читают стихи. Но если я не ошибаюсь, сейчас уже эта штучка поломалась. Если я не ошибаюсь, потому что ее исправить могут в любой момент, и она будет работать. Вот это библиотека. Вы здесь можете оставить свои книги, которые вы прочитали, а взять те, которые здесь лежат, взять домой, почитать. Или здесь в парке почитать и положить на место. Вот здесь интересная композиция. Авокадо. Растут авокадо. Вот здесь в парке можно посидеть, почитать. Кому нужно, вот туалет. Очень-очень интересно. Смотрите, сколько цветочков, как здесь красиво. Тихо, уютно, в тишине. Можно сесть, почитать, полистать журналы, книги и все, что хотите. На этом наша экскурсия закончилась. Всего вам доброго.